Так, ребятки, почти закончили. Осталось два столба поставить. Вот. Один ямку выбили. Вон там второй. Уже мы, видите, если видно, темнеть уже начинает. Фух. Вот такие мы мокрые. Конечно, если б не залезли, не было бы у меня, блядь, этих головников. Четвертый день. Четвертый день мы ебошим. Извиняюсь за мой французский. И еще не все. Еще кое-где надо будет скобами пробить. Ямки позаливать. Ну, пока временно будет так. Естественно, того человека я буду по максимуму пытаться наказать. Если получится. Потому что, блядь, так не делается. Взять, вылупить все вот эти рельсы, видите? Вот, рельсы, вот смотрите. Деревянные рельсы. Так, здесь две рельсы. Деревянные, бля. Короче, ухеркали. А так ферма, пролеты повыравнивали, пытались и над кратами. Нет, кувалдометром. Не знаю, завтра руки не подниму. Но мы можем. Конечно, хотелось бы лучше полежать на диване дома. Как вы понимаете, не всегда удается. Надо и поработать. Хоть и дурная работа, грубо говоря, но ничего не сделать. Если эту работу не сделать, снег выпадет, крыша поломается, и вообще будет труба огромная, надо средства, чтобы ее восстановить. А так, в принципе, окна где-то какие-то застеклить, подстеклить, заложить. И, в принципе, рабочая ферма. Сейчас оформляем документы, занимаемся делением земли. Всем удачи, мы еще доделываем. Смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки.